Всех приветствую, меня зовут Екатерина Вайс, я являюсь специалистом по продвижению бизнеса в интернете, также я являюсь экспертом по продвижению астрологического бизнеса. У меня есть два сайта, один сайт это katerinavais.ru, это мой персональный сайт, он посвящен продвижению бизнеса вообще, и также есть отдельный проект по продвижению астрологического бизнеса. Сайт этого проекта astro-pr.ru. Также есть телеграм-канал по проекту astro-pr. И есть инстаграм. Так что, если у вас есть желание, то можете подписаться. Там я публикую полезную информацию, ну, почти каждый день. И это видео будет посвящено одной из тем в сфере продвижения астрологического бизнеса. Вот, я еще вот такой момент хочу уточнить, что многие считают, что продвижение — это только реклама. Но не совсем. Это не только реклама. То есть продвижение — это комплекс, таких комплекс сфер. Это и маркетинг, и реклама, и пиар. Маркетинг не равно рекламе, маркетинг не равно пиару, и реклама не равно пиару. То есть это все суммирование этих трех направлений, поэтому важно это учитывать. И сегодняшняя тема посвящена именно маркетингу, о том, как выстраивать подачу своих астрологических прогнозов, и это относится именно к маркетингу. Я не буду сейчас рассказывать подробно о том, что такое маркетинг, о том, что такое реклама и о том, что такое пиар. Возможно, я хочу вообще постепенно эту тему раскрывать, и обязательно я расскажу об этой разнице. Итак, сегодняшняя тема — это форматы публичных астрологических прогнозов. Первое — это текстовый формат подачи астрологического прогноза. То есть это только текст. То есть когда вы пишете, например, ну, как бы на какой-то период вы пишете астрологический прогноз, это может быть на день, на неделю, на декаду, на месяц, на квартал 3 месяца, возможно, на полгода, на год. Это самые популярные такие временные промежутки для создания астрологического прогноза. И то есть текстовый формат, соответственно, вы пишете. Текстовый формат прогноза можно выложить как в социальных сетях, так и на свой сайт, если он есть. И также можно выставить, к примеру, его в раздел «Сообщество» на YouTube. Напоминаю то, что раздел «Сообщество» на YouTube можно подключить в том случае, если вы набираете как минимум 500 подписчиков. То есть если у вас на канале есть 500 подписчиков, то вы можете создавать публикации в своем YouTube-канале. И туда, например, выложить свой текстовый формат прогноза. Дальше. Видеоформат астрологического прогноза бывает следующих видов. Я себе записала такой, можно сказать, сценарий, чтобы не забыть. Видеоформат бывает следующих видов. Это скринкаст экрана, то есть презентация экрана с голосом за кадром. С голосом за кадром, то есть это комментирование. Например, человек, ну не человек, а астролог включил презентацию своего экрана, и там изображена, ну, как бы астрологическая карта, и он показывает и рассказывает о каких-то астрологических аспектах, ну, как бы, которые укладываются в определенный промежуток времени, о котором он говорит. И то есть он показывает на экране этот аспект, возможно, там двигают как бы, там, курсором мыши, там может быть все что угодно, но факт в том, что самого астролога не видно, а видна именно только презентация экрана. Дальше, это может быть, то есть еще. То есть первый формат — это скринкаст экрана или презентация экрана без показа лица астролога. Дальше это может быть полноценное видео с астрологом в кадре, то есть полный кадр. То есть там нет никаких презентаций. То есть вот как я сейчас вот, снимаю, возможно, я, конечно, видео обработаю как-то иначе, но факт в том, что... как бы это полноценное видео, где
показан, то есть видно самого астролога. Дальше, это может быть видео с астрологом в кадре, плюс присутствие в кадре презентации на экране, как бы на протяжении всего видео или частично как бы в каких-то промежутках видео. То есть могут быть как презентация вставлена на протяжении всего видео, либо это может быть какие-то вставочки. То есть здесь в данном случае это не полный кадр. Кстати, возможно, я это видео обработаю именно в таком формате, то есть не полный кадр. Я, кстати, так и хотела сделать, и так и сделаю. Заодно я вам покажу, как это может выглядеть именно наглядно. То есть в данном случае могут быть как вставки разного текста, картинок, гифок, может быть вставки каких-то дополнительных видео. Вот, либо это может быть также презентация экрана вставлена. То есть в данном случае мы видим не полнокадровое изображение астролога, а частичное. Дальше еще есть дополнительные виды видеоформатов. Это прямой эфир, то есть когда вы заранее публикуете информацию о том, что вы планируете выйти в прямой эфир. То есть это может быть, конечно, вы можете как заранее, конечно, предупреждать своих там подписчиков, пользователей каких-то там, которые к вам просто заходят, либо вы можете внезапно это сделать. То есть, конечно же, лучше об этом заранее предупреждать, потому что так, в таком случае гораздо больше будет аудитория. Вот, то есть в данном случае именно прямой эфир. То есть вы предупреждаете своих подписчиков и выходите в прямой эфир. И рассказываете там как бы о каком-то моменте, там, например, там может быть какой-то важный, срочный момент, например, да, как бы существовать, о котором вы хотите рассказать, да, ну, в прогнозе. Либо вы можете, например, предупредить своих подписчиков о том, что, например, в такую-то определенную дату, в такое время я буду рассказывать о прогнозе там на неделю, как я уже говорила, на месяц, там на год. Также это может быть предварительная запись видео, то есть вот как я сейчас делаю, как, ну, в принципе, достаточно много людей это делают, то есть они заранее записывают видео и выкладывают его, например, на YouTube или на сайт, то есть сначала, в первую очередь, чаще всего, конечно, выкладывается на YouTube, а дальше уже это видео распространяется на других площадках, там, в соцсетях, сайт, ну, где-то еще, наверное, может быть, вот. Ну вот об этом я хотела рассказать. Я думаю, что эта тема интересная, потому что не все, возможно, ну как бы задумываются над тем, о том, что как бы каким образом можно разнообразить подачу своих астрологических прогнозов. Вот, так что такая рекомендация, может быть, вам будет полезна для того, чтобы сделать свой канал или свой сайт гораздо интереснее, чем он есть сейчас. Вот, с вами была Екатерина Вайс, эксперт по продвижению астрологического бизнеса и вообще бизнеса. Заходите на мои сайты, в мои социальные сети. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам интересно, комментируйте. Я буду отвечать на все ваши вопросы в комментариях. Ну, если я смогу, конечно, ответить на этот вопрос. Конечно, задавайте вопросы, которые связаны именно с продвижением. На какие-то другие вопросы, возможно, мне будет сложно ответить, а вот на вопросы, которые касаются продвижения, я отвечу, думаю, что вам с легкостью. Все, до новых встреч, пока!